Привет всем, привет всем, привет! С вами Лига Music Wars, ребята. Вот и наступило у нас 9 число. В общем, подарочки и новый модуль. Вообще просто шедеврально, ребята. Не было ничего внутри игры, то есть модуль был, видимо, собран, короче, на коленке. Такой, скажем, получается. И не забываем, прямо внизу, ребята, написано начало следующей волны. До 16 мая. Видите, да? Получается, то есть, соответственно, 16 мая будет следующая волна. Не забываем, ребята, надо все выкупать. Итак, давайте быстренько к подарочкам. Соответственно, блендер у нас так остается, как и остается. То есть в подарочках все, что выкупили, выкупили. Здесь появились у нас в этих подарках уже модули. И появилась новая игрушка, позитронный ускоритель. Что же такое и с чем его, в общем, едят? Я потратил 2000 звезд, чтобы хотя бы как-то, то есть его вытащить. Я сейчас вам покажу, как примерно он выглядит, что он из себя представляет. И, конечно же, более-менее разберем. Ну, во-первых, давайте посмотрим. 10 уровней, ребят. Соответственно, если 10 уровней этого предмета, то выпадение этого предмета будет просто катастрофически ужасным. Ну, это так. Имею в виду. Заметьте, ребят, он идет вместе с модулями. То есть, значит, у вас будет сначала падать один модуль, потом второй модуль, потом третий модуль, потом четвертый модуль и только потом позитронный ускоритель. Если у вас нет, допустим, того же блендера, то, соответственно, будет еще блендер падать и типа вот такого вот. То есть, все зависит от того, как вы открывали первую партию подарков. Но по первой партии подарков тут надо, ребят, вам сказать еще отдельно. Почему же я открывал на 2000 звезд новые подарки? То есть получил я 155 квидов, вот как вы видите, да? То есть я потратил все звезды, которые у меня были, но не стал открывать эти подарки. Ребят, мне не хватает векселей. Я не буду открывать подарки до тех пор, пока горючку я не куплю плюс 5. Если вы покупаете горючку плюс 5, она с мелких вот в этих подарков больше падать не будет. И, соответственно, отсюда больше выпадет вашего питомца. Так что это вам небольшой лайфхак. Прежде чем открывать эти подарки, заходим в магазинчик, ребята, и выкупаемся. Не забывайте, как я и говорил, то есть уменьшено количество подарков, соответственно. Ну, как вы видите, да, здесь у меня уже, видите, 17 осталось, отсюда уже я 3 выкупил, так как я за звезды покупал, и, соответственно, падали отсюда наши векселя, я успел все выкупить. Ну, в общем, на все про все, ребята, у нас получается, ну, 10 дней там, плюс меньше даже, да, получается до 16 числа, ну, да. Ну, в общем, стараться, короче, надо. Буду бить очень сильные векселя. Плюс, у кого сейчас есть колесо фортуны, можно сколько-то, получается, количество сейчас выкрутить. Я выкрутил 20 тысяч у меня. Отсюда я и вытащил звезды. Я вытащил, кстати, Фрэнки еще. Ну, в общем, много. Так, ну, а теперь, после всего быстро сказанного... Так, так, авангар, не туда зашел. Давайте рассмотрим сам модуль. Позитронный ускоритель. Вот такая вот у нас штучка. Не забываем, его, ребята, 10 уровней. Соответственно, максимальное количество, то есть, если, блин, на подарки сейчас даже не щелкну, то есть, жалко, у меня второго скрина нету. Сейчас бы можно было, чтобы посмотреть или сравнивать. Но смотрите, в общем, следующий уровень, второй, ну, то есть, если не получается, имею в виду позитроника, плюс 1, будет плюс 4 к лучевому урону там. Плюс 4 к баллистическому, плюс 4, плюс 1 крита. То есть вот такая вот система, плюс 4 вампиризма. Соответственно, второй уровень и так далее, и так далее, и так далее. До, получается, максимального. Ну, то есть вот получается максимальный уровень лучевого 20, 20, 20, видите, 10, 20. Поглощение от избыточного 100. Ну, очень прикольная, короче, вещь. Ну, не модульная печка, конечно, все модульные печки ждали, ребят, ну, новый модуль. Теперь получается, чтобы ходить, ну, на мехе, значит, у нас есть энергетический преобразователь, который дает баф к самому. Есть, соответственно, позитронная, есть капсулы, которые падают у нас с печечки. В общем, вот как-то примерно так.
Ну, своеобразно. Жалко, что, конечно, все-таки не печка. Очень сильно ждали печку. Многие ждали. Ее, соответственно, уже, ребят, это получается год прошел. В общем, если она появится, то появится в подарках. Ну, многие ждут чипователь. То есть, типа, сказали, печка вообще имбовая. То есть, типа, чтобы еще раз ее выдать, чтобы ее опять выкачили, да ну его нафиг. По дропу получается, смотрите, 2000 звезд слито у меня на открытие подарков. Плюс векселей было слито примерно где-то 300, наверное, да? Нет, меньше. Три подарка, 120. Ну да, 150 векселей было где-то слито на подарки. Плюс эти я уже набил тут. И получилось, что у меня модули выпали по одной штуке все, как положено, как я и говорил. Раз, два, три, четыре. И только потом выпал позитронный ускоритель. Так что смотрите, ребят. Это было потрачено где-то по 15, это 20 примерно 5 подарков. 25 подарков мелких. Ни одного большого или среднего я не покупал. Так что с 25 подарков, по крайней мере, первую вы вытащите. Ну, как-то примерно так. Ребят, ну, до следующей волны, 16 числа. Но не забываем еще раз, ребят, не открывайте мелкие вообще подарки первой волны без покупки горючки, ребят. Потому что вы полностью на нее сольете. Если почитать темы на форумах, многие просто слились в ноль. То есть 60 мелких подарков, горючка плюс 5, бендер плюс 1. То есть типа такого. Ну и там много говорили, что 90 подарков, блендер там плюс 4, то есть из всего, ну, имеют, и горючка плюс 5. А так бы блендер мог бы быть плюс 8, допустим. Ладно, всем спасибо, всем, кто смотрел, ставьте, ребята, лайки, отписывайтесь, как вам новый модуль, то есть будем, в общем, радоваться вместе, ребят. Ну, хорошее нововведение, новое, по крайней мере, ходить будет попроще. Единственное, что, как бы, это еще одна имбалансная система, вызовет что? То есть, соответственно, появятся очень сильные мехи, и появятся они в основном на кошмарках, короче, типа так скажем. Ну, на обычках, не знаю, появится, не появится. Ну, там же, видите, это же позитроника, она же самовосстанавливающаяся. Поэтому тут такая. Ладно, это все такое сумбурное. Ребят, это надо было срочно выложить, потому что я посмотрел, что у меня начали уже мои друзья открывать подарки. Я думаю, кто-то это видео увидит и подождет немножко. Может быть, кого-нибудь я остановлю пораньше, чем они начнут открывать первую волну подарков.